Друзья, всем привет! Мы сегодня в ресторане «Массетер» у шеф-повара Дмитрия Соловьева. Дим, привет! Привет, Андрей! Я смотрю, что-то коньячком запахло, решил к тебе зайти. Запахло, да, все-таки чувствуешь? Да, прям. Расскажи, что сегодня будем готовить. Сегодня будем готовить соте из креветок в соусе «Лиск». Давай расскажем про ингредиенты. Для этого блюда нам понадобятся, естественно, креветки, лук, морковь, чеснок, чили, томаты черри, петрушка, томатная паста, соль и сливки. Подожди, а коньяк зачем нам? Коньяк также пойдет сюда. Для начала мы, Андрюх, почистим креветки. Да, давай. Мы возьмем ножницы. Так. И надрежем каждую креветку вдоль спины, чтобы удалить ее кишечник. Следующий лайфхак для чистки креветок. Это миска с водой. Получается, мы легким движением руки снимаем панцирь, пускаем его в воду. Так. И руки у нас остаются чистые. Складываем чищенные креветки в отдельную тару. Но панцирь мы также будем использовать при приготовлении. То есть не выкидываем их. Интересно, опять безотходное производство. Пока Андрей чистит креветки, порежем лук, морковь произвольно, но желательно поменьше. Мы уже готовы обжаривать овощи на смеси оливкового и сливочных масел. Так, отправляем овощи. Добавляю также небольшое количество чеснока, буквально 3 зубчика. Резать я его не буду, просто подавлю плоской стороной ножа. Наша задача сейчас очень хорошо обжарить овощи, лук, морковь, для того, чтобы они отдали больше вкуса в бульон. Друзья, вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. Так, креветки мы очистили. Нам нужно промыть в панцире и поставить их запекать в духовку при температуре 180 градусов 20 минут. Панцири наши готовы. Да, мы запеклись. Запекли. Креветочный хитин стал румяного розового цвета. Мы их добавляем к овощам. Обжаренным добавляем томатную пасту. Давай добавим всю. У нас, в принципе, не очень много ее. Перемешиваем. Обжариваем, да. Ага. И начинаем есть креветки сырыми, да? А едят сырыми креветки? Есть несколько видов креветок, которые можно есть в сыром виде. Это лангустины, аргентинские креветки. Есть еще у нас на Сахалине креветки небольшого размера такого. Они очень сладкие. И когда их готовишь, они совершенно уже невкусные, получается. Ну, и, допустим, если я вот эту сейчас съем креветку, что я уверен, что ты не отравишься, но вкуса ты не почувствуешь никакого. Потому что эти креветки, они больше выращены. То есть в дикой среде они не встречаются. Так, смотри, томатную пасту мы спассеровали. Отправляем в кастрюлю. Коньяк, выпариваем алкоголь, добавляем воду. Сколько воды? Да так, чтобы покрыло продукты. Много добавлять не будем, потому что нам будет нужен насыщенный бульон. Провариваем 40 минут. Нам нужно, чтобы выпарилось максимальное количество влаги, поэтому накрывать мы не будем. Что сейчас делаем? Смотри, мы порежем чеснок и чили-перец очень-очень мелко. Слушай, а у тебя были такие моменты, когда ты резал перец, а потом это глаза? На самом деле, довольно часто, да. Да? Потому что ты режешь перец, потом просто забываешь, что ты это делал совсем недавно. То есть от этого... Почешешь глаз и... Короче, от этого не избавиться, да? Да, да, довольно неприятно. Но, на самом деле, есть один способ. Если, допустим, ты уже почесал глаз после того, как ты прикоснулся к чили-перцу, и у тебя пошло жжение, нужно просто промыть его молоком. Или сметаной. Или коньяком. Или коньяком, да. Так, можешь пока почистить петрушку. Нам также пригодится зелень. Сколько надо их так? Чем пару больше, веточек? Чем больше, тем лучше. Друзья, пока мы чистим, вы пишите нам, какие новогодние рецепты вы хотели бы увидеть на нашем канале. И мы их обязательно приготовим. Твою зелень также измельчим хаотично. Она нам добавит свежести в блюде. Кстати, в курсе, что петрушка, она богата витамином С. Бульон из креветочного хитина готов. Я предлагаю его процедить.
А то я думаю, мы будем есть с этими, со шкурками. Мы его варили ровно 40 минут. Мы добавим сливки. Угу. И уже уварим их вместе до состояния соуса. А жирность сливок какая? Выбрали пожирнее, 33%. Угу. Так, смотрите, 15 минут этого. Соус у нас уже готов. Так. Предлагаю перейти к жарке наших креветок. Сейчас мы раскалим сковородку. Добавляю небольшое количество сперва оливкового масла, потом также небольшое количество уже сливочного масла. Отправляю креветки так. В сковородку. Слышишь как? Да, зашкварчали. Зашкварчали, да. Быстро обжариваем с одной стороны, освобождаем часть сковородки, в которую мы потом добавим чеснок, чили. А почему так порционно все это раскладываем? Нам нужно обжарить чеснок до золотистого цвета. Тогда он приобретет совершенно другой вкус и аромат. И потом уже перемешать это все? Да. Сколько по времени так надо обжаривать? Смотри, у нас вышло где-то минута. Мы уже добавляем соус. Также минуту мы провариваем. Добавляем соль. Чили добавляем в самом конце. Разрезаем наполовины. Отжимаем сок. В конце добавляем нашу свежую петрушку. Аккуратно все перемешиваем. Соте готово. Ага. Можем сервировать. Сервируем. К соте обычно подается хлеб, поэтому подогреем два кусочка пшеничного хлеба. Хлеб уже поджарился, поэтому выкладываем его тарелку. Так. И идем пробовать. Хлебушек у нас прям хрустит. Берем креветочку, макаем в соус. Так аппетитно ты делаешь. Теперь. Друзья, очень вкусно. Остренько. Как раз в такую погоду. Блюдо то, что надо. Как всегда, спасибо, шеф. Очень вкусно. Друзья, а вы подписывайтесь, ставьте колокольчики, ставьте лайки, и будет вам счастье. До новых встреч. Пока-пока.